надо все равно идти и раздаривать подарки, то есть создавать праздник. Нужно обязательно сделать что-то хорошее в свой день рождения. Если Новый год, пускай даже календарно, нужно делать что-то для людей. Знаете, они ходят и ищут это новогоднее настроение. Так вот, у вайшнавов в день рождения каждый день. Потому что если сегодня проснулся, не факт, что ты завтра... Арива! Только кришнаиды так могут реагировать. Да. То есть, если сегодня проснулся, у тебя сегодня день рождения. Если ты сегодня уснул, не факт, что ты завтра проснешься. Начнем с самого веселого. Никто не знает, сколько нам осталось. Наша жизнь, она прекрасна тем, что у нас есть возможность праздник делать каждый день. Вот прохожие будут смотреть, чуть ходят, танцуют, поют, нет, чтобы работать. Не, работать, конечно, надо, но жизнь не ради работы, жизнь ради счастья. Источником счастья является Господь, который живет в каждом сердце. Господь является источником счастья. И мы сюда вышли для того, чтобы сделать сами себе подарок, по большому счету. Но этот подарок нам дает Шрила Прабхупада. А наша естественная природа – это быть слугой, слуги, слуги, быть слугой Господа, радовать Его, прославлять Его, поклоняться Ему и помогать тем, кто Ему дорог. Помогать тем, кто Ему дорог. Вот я уверен, если кто-то сделает что-то прекрасное для этой малышки, то и отец, и мать будут очень благодарны. Естественным образом. Таким же образом, если мы сделаем что-то замечательное для вот людей, которые здесь собрались, напомним им о том, что для счастья не нужно бежать в магазин. О том, что для счастья не нужно делать что-то особенное. Для счастья достаточно просто в смиренном состоянии ума воспеть Святое Имя. И таким образом, если мы в этот процесс включаемся, то мы начинаем чувствовать внутри, знаете, вот как когда пробуешь что-то сладкое, как отличить сладкое от соленого? Попробуй. Да, ты просто естественно ощущаешь это. Естественно ощущаешь это. Вы естественно почувствуете, если вот этот процесс пойдет. Чтобы это сработало, чтобы это блюдо было действительно сладким, очень здорово еще знать рецептуру. И недавно была обновленная рецептура, вот, как бы с свежими новостями. Вот дядя Акинчина, читание пропустим, что напомню. У нас новая рецептура, первая. Это 16 кругов, внимательно, правильно? Это первое, самое важное. Если вдруг кто-то сегодня не вычитал, обязательно к концу дня дочитайте. Это очень важно. Второе. Это 4 регулирующих принципа. Если кто-то сегодня нарушил, пожалуйста, не нарушайте дальше. Остановитесь на том, что было. Да? Хватит. Да. Третий момент. Третий момент – это то, что наставления духовного учителя, то есть последователя, да, Шрилы Прабхупады, они не просто какая-то литература, они для вас, и они для вас важны. Наставления моего духовного учителя, они для меня, они для, не для всех тех, кто сидят в зале, они лично для меня. Четвертое. У нас не просто вот какое-то сообщество, где люди дарят друг другу подарки от сердца, а у нас Брахма, Мадхава, Гаудия, Сампрадая. У нас есть конкретная школа, и в этой школе есть свои рецепты. Как именно что-то происходит. И мы попадаем в Раудия Гауд... Брахма, Гаудия, Вайшнава, Сампрадая. Вот, спасибо большое. Там есть целая семья. И мы выходим, и на день рождения обычно дарят подарки близкие. У нас есть семейная традиция. Мы вышли сюда, у нас семейная традиция. Люди вас спросят, что происходит? У нас семейная традиция. Окружается. У нас праздник. Мы вышли для того, чтобы делать друг другу подарок, и вам делать подарок. Ну и еще один важный момент, это то, что Шрила Прабхупада – это наш ачарья. И его наставления для нас очень важны. Одно из его наставлений было сотрудничество. И примером этого сотрудничества является GBC. Насколько я знаю, GBC очень радуется, когда люди выходят на Харинам, на Санкиртан. Это обновленные 4 обета, которых теперь 5. На всякий случай, кто не в курсе. Вот. Да. Да. Кому будет интересно, потом обязательно посмотрите, вспомните. Но смысл в том, что, пожалуйста, вот сейчас попробуйте маленький эксперимент. Попробуйте сделать кому-то из преданных во время Харинамы подарок. Танцевать так, чтобы матушке, которая танцует рядом с вами, было легче танцевать. Чтобы у нее легче получилось танцевать для Кришны. Играть на мриданге так, чтобы всем танцующим, или хотя бы киртании, да, чтобы почувствовал вкус от воспевания. Фотографировать так, чтобы люди, которые потом будут смотреть вот эти фотографии, чтобы видно было. О, так я, оказывается, там хоть чуть-чуть предался, был момент. Смотрите, какое у меня выражение лица, я думал, вообще нет. Да? То есть... Вот это настроение слуги, я хочу что-то отдать, я хочу что-то сделать. А, да, и самое главное, давайте сделаем подарок вот этому человеку, потому что он будет сегодня снимать клип.
И мы должны быть такими в этом клипе, чтобы потом, если мы выложим интернет, весь интернет сказал бы: «Вау, какие эти кришнаиты, да? Как это здорово!» И чтобы он был счастлив, монтируя это видео. Если хотя бы один из вас умудрится сделать счастливым кого-нибудь, все остальные это обязательно почувствуют. Обязательно почувствуют. А когда они это почувствуют, вы знаете, как поймете, что они это почувствуют? Они сделают так. Вы это поймете. Вы это увидите. И в этот момент к ним подойдут и объяснят, что у нас Брахма, Мадхава, Гаудия, Сампрадая, что вести Шрила Прабхупада, что все авторитетно. Пять принципов теперь. Да, соблюдайте. И у нас семейная традиция. У нас добро пожаловать к нам на семейный праздник. Итак, без ваших благословений, без вашей милости ничего не получится. Я прошу вас всех сейчас поднять руки вверх, как это у нас в семье принято, и тройным переболом прославить эту Яги. Шиши Джаганат Бладев Субхадра Майки. Шрила Прабхупада Ки. Китай Гоура Премананда.